Итак, дорогие друзья, ба-ба-ба, все, вот эта схватка решает все. 96 килограммов, вот выходит, ох, какой коренастый американец. Здоровый, сидит, ездит, боевик выходит. И с этой стороны, это Шамиль Гитинов из Тумадинского района. О, как жестко вышел, он жестко вышел, Шамиль настроенный на борьбу. Шамилю надо эту схватку выиграть в любом случае. Любыми силами. Здесь и американцы знают, и Дагестан знает выигрыш. Идрис слева смотрит на сына. Тимур, судья, там стоит. Ага. Пошла схватка. Что случилось? Глаз попал, говорит. Глаз попал. Первым атакует американец. Нет. Эй, ты, Борис, говорит. Давай, Борис, выходи. Ух, опять чуть было. Американец не прошел. О! Два удара, не понял. Тайсон, что ли, выше? Бои без правил, дорогие друзья. Вот это. Не, давайте-ка. Я не понял, что здесь произошло? Удари, эй. Мне кажется, он умышленно ударил. Два удара было. Попадаются. Попытка прохода. Поднимается. Шамиль поднимается. Отец там был рядом. Отец бессилен. Что сделает отец? Ва, раз. Кулаком два. Попытка вперед. Бал. Накрывает Шамиль его. Накрыл. Два балла. От удар. Еще удар. Вот американец. Ну слишком неожиданно это получилось. Но вовремя, вовремя Шамиль ушел от приема. Сайтиевский прием. Буэсер, Сайтиевский прием. Сейчас он, смотри, скрестил ноги. А. Ну удар он получил, конечно, челюсть очень сильный. Сначала плоским удар, потом кулаком удар. Угадал, угадал мысли своего соперника. Шамиль вовремя шел от приема и накрыл своего соперника. Пошли на лопатки, могут даже и... Здесь могло быть и туше тоже. Шамиль все-таки удар, силы удара сейчас до Шамиля дошел. О, а тут кричит. Коленчик. Вот это человек. Ва-ба-ба-ба. Зритель ошеломленный вообще, непонятно. А ну-ка, тренер хоть как реагирует? Эй, ты, говорит, иди нафиг отсюда, ты здесь останешься, левошах, говорит, я тебя не заберу с собой. А, бабай, губу порвал, смотри ты. Видимо, щеку разбил, мы ж зубы видим. Что там произошло, мы не видим, дорогие друзья. Устал же мне, он нокдаун до сих пор, или болит у него что-то там такое. О, пальцем грозит, эй, сюда смотри, вот, эй, посмотрите на зрителей. Ярости Шамиль! Сдержал себя все-таки Шамиль, сдержал, дорогие друзья. Это кубок на нашей земле. Хорошо, что он не ответил, он тоже мог бы врезать два ответных. Американец недоволен. Как, говорит, он выиграл? Выиграл, ты убежал за ковер. Сейчас войну не начинает, и здесь находится, дорогие друзья, председатель Государственного совета, высокие политические чиновники государственной службы. И вот глава администрации Тунтинского, Бештинского участка сидит мой ученик Ризван. Какие болельщики сидят, все знакомые, известные лица, постоянно на всех схватках, на всех турнирах по вольной борьбе эти люди сидят. Все главы администрации. Ёлки зелёные.
даже, может быть, здесь и простые, и не попали. Шамиль выиграл, говорит он. Судья говорит, что на самом деле. Вот вам, говорит, американцы.